Я бы сам бы заправил. Кого? Кровать. Я знаю, как ее заправлять. Ты спихаешь сюда, в угол. И все. Так. У солнышки здесь варится каша. Слушай, солнышко, ты это самое, слышь? Ты херню делаешь. Полную. Это хлопья? Овсяные. Ты вот на столько молока, столько хлопьев сыпешь? А чё? Ты смеешься, что ли? Много, что ли? Да вот надо, вот всего, вот так вот. Да ладно, она жидкая получится. Вот сейчас увидишь, какая получится. У тебя вообще будет конкретно ложка стоять. Ножом будешь резать, ты чё? Я уже этих каш переварил, знаешь сколько? Вот на этот объем нужно вот всего, вот так вот, вот. Как вообще забрать на ручку? Хрена себе она, блин. Я думаю, почему в прошлый раз такая густая получилась? А тебе надо, чтобы она была как вода, чтобы дети... Нет, были. Вот, вот как вот сейчас вот ты сделаешь, она будет как раз густоватая. Да вот и будет. Включи ему водички, он пить хочет. Сидит. Я пошел на круг, уже экипировался. Сейчас телефон включу эту херню. Пойду на Пятерочку. Да, кушачек. Шмакодявка. Здорово. Здорово, шмакодявка. Как дела у тебя? А? Хорошо у тебя дела? Я был на этом, на круге. 5 километров прошел. У тебя как настроение? К бабушке поедем? Снежочек, да, выпал? Ну, бабушка идет за Димой. Да, сейчас Диму привезут еще. Ты покушала? Нет еще? А, Златусик, ты покушала? Кушала? Да. Дома или здесь? Где кушала? Кашу кушала? А, все, вижу, да. Молодец. Кашу полезно есть с утра, овсяную. Кресло привезли, слава богу. Вот я пришел. Это все вот мокрое. Вон, все видно. Мокрое все. Но нормально. Хлеба это полезно. Каждый день, конечно, по 5 километров, это ноги не отдыхают, потом ни хрена. Вот, а через день само то. И на велотренажере еще 3 километра проеду сейчас. Как лежит? Его же надо будет потом... Заберут. А кто заберет? А кто надо придется? Будет заезжать сюда, Вики, забирать. Ну, заберут. Не, а Вика-то, с Викой-то мы как поедем без кресла? Тогда почему ты говоришь, что на трамвай надо ехать? Это Дима хочет. Это. Ну, так а ты же сказала, что на трамвай надо ехать. Нет, я ну, не сказала. Что-то... Да я сказала тебе, что Дима хочет ехать на трамвай. А не получится, потому что кресло надо делать. Да, значит, тогда и... Диматик, а ты что пчихаешь? Он что, болеет? А, нет, вроде. У меня 36,2 у него. Сейчас сколько? 36,7 у Златы. Да подожди, Дима. 6,7. Это градусы.
37,1 вот здесь показала. Где? В виске. 36,8. 36,5. 37,4 у Златы. Где? На висках? Ну слушай, у Златы что, 37,4? Смотри. Ты себя как чувствуешь? Нормально? Нормально. 36,8. 37 ровно. Что-то непонятно. Ну-ка, меня. А шея 37,5. У тебя шея. 37 ровно. 37 ровно. У меня 35,4. У меня холодная, понятно, что здесь. Хорошо. Слушай, 37,4 показывает на нее. Давай-ка это сам градусик померим. Нормально. Ну вот возьми градусик и померим. Златусик, давай засунем под мышку. Нет, она не сможет сама держать. Тебе надо ее взять, посадить себе на колени. Все, я понял. И держать. Она не сможет держать. Значит, все. А Дима, а сам ты можешь кашу есть? Не с ложечки только. Ты бутерброд сделай? С колбаской. А? Дим. Семь и один. 36,9. Хрен поймешь. Да нет, я температуру. 7 ровно. Так а что за градусник такой, блядь? Ну он в разных частях тела разная температура. Это же понятно. Да нахер мы его купили. Что это, ну толку нет. Сошка, приучай его самого кушать. Он сам кушает. Да? Хорошо, я посмотрю сейчас. Он сам кушает. Вот у бабушки они кушают сами. На, держи. Дим, отвлекись немножко. Давай, держи. Злата съела целую тарелку каши, между прочим. Вот видишь, какая каша густая, да? А если бы ты насыпала полную, что бы получилось из нее? Сошка, почему он сам-то не ест? Ты неправильно делаешь, Сошка. Надо тебе бутерброд самой разжевать и засунуть ему в рот. Так вот. Ну что ты делаешь? Дима, возьми ложку, ешь сам. Че, невкусная каша, что ли? Вот я всю это делаю. Луна, кушай сам. Я всю тарелку скушала. Ну да, и ты сама ела ложкой, да? Нет. Тоже нет, что ли? А ты сама не ешь ложкой? Нет. Не ешь? А дома? Дома ешь сама ложкой? Да. Почему? Бабушка такая. Давай кушай. Вот правильно, давай ешь сам. А ты не стой над душой. Над душой не стой. Уже отвали, а? Как-нибудь без тебя разберусь, как мне внуков кормить. Ты вот свою эту косу бери и иди ешь. А ты что, зацепился что ли? А? Зацепился? Давай, отцеплю.
кушать. Где это? Есть что-то? Конец, вот. Шмакодявки. Надо. Блять, не работает. Вот кто-то прошел провод, задел, блядь, и включил ее нахрен. Ё-моё, ладно. Потренируемся чуть-чуть. Опа. Кеша. А ты что, спрятался уже, что ли? Засел. Несу кресло. Второе. Сейчас заодно проверим, как она переходит с бензина на газ. Будет перебой или глохнуть или нет. Нет. Так, вот сука надо. Ё-моё. Так, сейчас мы её нашла. На газ переведу, на бензин переведу. Вот, все, пусть на бензине работает. Потом принудительно включу, посмотрю, как оно будет. Сейчас я его пристегну, так же как то через ремень. Пока снег вычищу. А что-то с рацией, с антенной придумать. Там вся резинка уже развалилась. Какую-то резинку обернуть под магнит. Снег в Москве сегодня днем около 0 градусов. Небольшой снег. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Первое деловое радио. Главные темы. 10 часов.
в Москве, в студии Диана Лесничая. Здравствуйте. Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России. Пока это данные источников издания «Политика». Меры вводятся за предполагаемое нарушение договора о ликвидации РСМД – ракет средней и меньшей дальности. На повестке дня Иерусалим. В Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН. Представитель США Хейли заявила, что решение Вашингтона не затрагивает вопросов границ Израиля и Палестины. Саакашвили объявил голодовку и обратился к сторонникам из изолятора. Понятно. Задержанный экс-губернатор Одесской области призвал их завтра выйти на акцию протеста. Ушел из жизни Леонид Броневой, сообщил директор Линкома. 17 декабря известному актеру театра и кино должно было исполниться 89 лет. Эти и другие темы на Бизнес FM. Михаила Саакашвили задержали в Киеве, на этот раз успешно. Он находится в изоляторе временного содержания. Политик объявил бессрочную голодовку. О задержании бывшего президента Грузии сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. В национальной полиции подтвердили, что это произошло в одном из спальных районов столицы. А силовики уточняют, что все прошло без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших. Меру пресечения должны избрать в течение трех суток. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила о завершении следственных действий в отношении Саакашвили и о том, что обвинение будет требовать у суда поместить политика под домашний арест. Его обяжут носить электронный браслет. Адвокат Саакашвили Руслан Черноловский, как пишет BBC, также опубликовал письмо задержанного, где он призывает своих сторонников ничего не бояться и выходить в воскресенье на акцию. Что там, Димасик, тут Злата поедет. Пыталась задержать Саакашвили в эту среду в лагере его соратников. Телевизор только один. Ну, ладно, ничего страшного. Ему покинуть его. В Николаеве набирают молодых и спортивных людей для отправки на Миха Майдан в Киев. Как стало известно, акция финансируется как бывшими представителями оппозиционной партии региона. Еще дворники примерзли. Николаевской области Савченко. Об этом пишет Царьград. По некоторым данным, деятельность Савченко курирует местный криминальный комитет ЦИТОВ по кличке. Так, еще, наверное, рано не переключится, может переключится, попробуем. Не, рановато, только лампочка еще погасла. Еще поработает. Так, ну что, попробуем включить, посмотрим, заглохнет, будут перебои, нет, с новыми настройками. Так, включаю лампочку. Переходит. Нихуя. Один перебой есть. Так что это бесполезно. Видишь, как она сейчас работает? Ну, по крайней мере, не заглохла. Она постепенно переходила, да? Видно было, что там. Переходит. Ну хрен себе. Тоже же ничего не сделаешь. Будем так ездить. Все насняла уж. Ну. И на идеалы скатился. Давай пристегиваемся. Ты умеешь пристегиваться сама, нет? А, Злат, сама ты умеешь пристегиваться? Ключик. Ничего. Так, у нас получается... Так. Ой, я закрою сама, Давай. Я закрою. Так, что это? Да все, нормально. А, они вот так вот? Да. И потом сюда. Вот девочка. А, у нее как-то по-другому, смотри. Да так же самое. Почти. О. Так же самое. Она вставляется. Ну да, да. Так здесь так же. Показывал, Трусик? Детвора. Я знаю, что хотел еще. Че? На, пока снимай немножко. Да, снимай. Вот дворники-то. Мафия. Мафия. Латышка. Помаши ручкой.
Дима тоже. А я тоже думаю, что ручка. Да? Давай. Ручка. Ой. Когда я была маленькой малышкой, меня называли Золотушкой. Там есть болото? Песка? Да. Вот он, снег-то наш. А может? Навалит и все. Что? А комары? Я же вам голубушка сказал. Это забивается. Подметает снег. Ну, дедушка убирает. А как он поедет-то? Видишь, все снегом засыпано. А если снега, я капли иду. Опять снимаешь небо. Почему я тебя снимала? Когда, вот смотри, Сонка, правила съемки, да, когда ты снимаешь, а то у меня есть вот, правила оператора, да, оператору абсолютно насрать на тех людей, на кого он снимает, понимаешь? Оператору важно держать камеру, чтобы, то есть, вот не важно, что ты говоришь, не важно, что ты делаешь, важно, куда направлен объектив, понимаешь? Это для оператора. А я и снимала. Для тебя еще не получается, ты об камере не думаешь, ты ее держишь просто вот так. А сама как бы я думаешь о другом. Тебя, вот это да. Видишь. Но я вижу же, что происходит. Вот. Поэтому как бы я говорю, тебе камеру давать, ты можешь вот так вот говорить вот так, а камера вот так будет. Неправда. Встегиваемся. Что там, смотрите? Теплые штаны. Да, что, отошло, можно переключаться. Если что, гулять, так, чтоб не холодно было. Так, задний там все примерзло. А у нас нет, там примерзло. Почистят, нет? Где? Никто ничего не собирается чистить. Это чистит себе гараж. А нам что, не почистят? Да это хозяин гаража, гараж чистит себе. Я поняла. Зачем нам-то чистить? Кто нам будет чистить? Как? Ну, нам же чистили раньше. Ай. Не тот еще снег, когда чистить. Когда ты в машину зайти не можешь, что у тебя сугробы по краям до порогов. А тут, да, тут надо уже долбить. Вот 12-12, дикая дивизия. Дорогу, называется, почистили, да, ночью? Что тут они чистили? Непонятно. Стоянки почистили? Ну, они сгребли вот по краям, и все как обычно у нас. Вон, видишь? Сгребли, да. И все. Это у нас хардпак стоит на бочке. Ну, колесо переднее нормальное. Детвора сидит. Злата, тебе видно мультики? Да видно, видно ей. Вот этого льва постоянно здесь бегает. С учителей. Ну, конкуренция. Сирена. Стыв вагон. Одноклассники. Она немножко выше, по-моему, сирена. Или она поднята, просто не знаю. Значок главное, Nissan стоит. Все остальное в снегу. Что случилось? Что случилось? Японская конкуренция. Давай, отстегивай. Да, там что-то снегу вообще конкретно валит. Да ты чё, блин, мы два раза гуляли, два раза вымокли, как черти. Ну там завалило, он вообще все. Вон что, блин, долбит по фонарю. Ой, это вообще что-то. Да, машины помедленнее уже едут. Да мы кое-кое как с Кузькой ехали, 40 км в час, наверное. Ну, это нормально, это не 10.
Не жарко в штанах-то? А? Нет. Ну, сейчас переоденусь, конечно. Но... Там такая вообще... Я тебе говорю, мы два раза гуляли. Вот, два раза вымокли все вообще. Как не знаю, что. Извини. Крючек. Я работаю. Ты работаешь? Да, целый день сегодня был. Ну, накатались. Мафия-то накатались, горок. Да. Там эту горку залили, вот эта большая. Угу. Мама-то там это деревянная-то горка. Ее залили. И так далеко катится. И веселья столько. Радости. Молодцы. Иду скажу пятерочку. Есть там этот кестер пельмени. Не пельмени эти, блядь, чебуречное тесто. Охренеть, с неба, да? Подкинуло. Последний раз ходил, ни хрена там его не было. Только для вареников. Уже завезли. С утра сажу. Ни хрена нету, блядь. Ни хрена нету. Подскажите, у вас привоз теста будет когда-нибудь? Такого? Да, вот тестов. Именно такого? Для чебуреков надо. Будет? Когда? Я понял, для чебуреков надо, не дрожжевое. А когда привоз будет? Где масло-то у них? Так, масло Лина 79. Благо 79. Корона изобилия 56.
себе такая бутылка, такая семечка. Все, что ли? Один из семи, но он не идет. Фина. Злато 79. Вообще его не вижу. Но злато есть. 79. Сейчас посмотрим, пробьется он как 79 или нет. 79.90. Акции 79 рублей 90 копеек. Вот на это. Не загружается ни хрена. Так, ладно, пойдем колбасный отдел. Вот здесь сырокопченая есть один по один. А подскажите, Преображенская сырокопченая есть? Не вижу. Нет. А в приложении есть? Может, херь полная, блядь.
не факт, что все это есть, блядь, наличие, нихуя тут нет ничего, блядь. Вот лапу взял. Лугицы. Короче, херня полная, блядь. Приложение нихер верить. Ни хрена нет, Здравствуйте. Ну, в общем, короче, видимо, сяду я на машину и съезжу в какую-нибудь крупную пятерку, где, может быть, все это есть. Ни хера ничего нету, блядь. Акция есть, адрес магазина указан, блядь, а в наличии нету. Ладно, короче, пошел я в яблоко. Солнышко сказала, что она тесто сама сделает. Ну, пятерочки, конечно, блин, ни хрена не это. Невежливые какие-то консультанты. Психуют что-то с утра.
вроде воскресенье, дорожку протоптали с утра. Это что там, исполняет фигурное катание какое-то. Чуть живой с утра. Интересно, меняю или продам комнату. Это что значит? Значит, семья не поделила и начинают друг другу гадости делать. Да, понятно, даже есть такие, которые однокомнатную квартиру делят на доли и пытаются долю продать. Они порядочные риэлторы, покупают эти доли за копейки, а потом перепродают этому же хозяину другой доли, втридорога эту же долю. Посредник такой, семейный, блядь. Купит ее там за 300 тысяч, продаст за 600. Хули не жить его, блядь. Пятерочка, ой, монетка еще не открылась. Это еще. Дачи?
я тебе фото отправил. Ну, давай, смотри. Верхний кусочек нужен, этот мясо? Не, сейчас еще смотреть буду. Вот этот кусок сверху мяса. Снизу его покажите еще. Сейчас посмотрим. Да нет, не очень. Но, насколько он вытянет? Сейчас посмотрим, сколько вытянет. Ну, 100 кило, нормально, хорошо. Угу, все. Давай. Спасибо. На 529 рублей. Блять. 45. Оплавленный этот есть? Нет, я не вижу что-то его. Сыр Богатов, 45 рублей. Попробуйте взять что ли сыр. Сыр Богатов. Плавленый сливочный. Я с ним по 45 возьму. Здравствуйте. Троечку оливье. Три. Да. Нет, все, спасибо. Ты пока, солнышко, приготовит чебуреки. Так, хлеб у нас есть. Или нету, на всякий случай возьму булочку еще. Сыцкой. Ну хороший. Пойдем пешком на лифте. Ценопад. Что ценопад? Золотой стандарт. Прямо. То есть сегодня скидка идет на колбасу 190. И окорок свиной, бля.
все, на этом все акции закончены. Так, что может быть еще? Молочка взять. Здравствуйте, большой пакет. Большой? Да. Вот там. Иди, скажу, что там. Делай А нет, не будет. Будет. Я вот это не понял.